Новый день и новые приключения, как говорится, друзья. Всех приветствую, с вами Булкин, и добро пожаловать на продолжение прохождения безумной, непонятной, ну правда понятной, но очень безумно непонятной, понятной в смысле безумной. Ну короче, Far Cry 3, друзья. Огромное вам спасибо за вашу поддержку в виде лайков, огромное вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, впервые. Ладно, шучу. Друзья, в общем, продолжаем проходить. Реально, всем... Ух, какая красотища-то, блядь, тут, а. На всякий случай скажу, что эту серию записываю сразу после предыдущей. Ну, потому что реально Far Cry что-то меня прям завлек своим вот этим вот, этой ебанутостью. Я реально прям вот кайфую от этой игры. И это какой-то, я не знаю, какой-то пиздец. В общем, ребят, продолжаем. Значит, остановились мы на том, что познакомились с этим доктором. Я сходил там, нашел какие-то грибочки. Значит, нашли мы эту Дейзи. И, собственно, позвонил нам Дениск, сказал, что, блядь, так и так, надо ехать. Как там эта, блядь, точка-то называется? Как это, какая-то, какой-то там, блядь... Это самое. Ну, короче, там вот что-то есть. Вот, значит, я хочу сейчас сделать следующее. Я хочу сейчас попробовать найти все-таки козлов ебучих. Потому что где-то они тут есть. Если я правильно, опять же, понимаю, что карта мне подсказывает именно это. Тихо-тихо-тихо-тихо. Да, я, короче, взял вот эту штуку. Не знаю, кстати, насколько это хороший вариант. А, вот, медуза. Медуза называется эта штука. Вот, я думаю, что мы поедем не самостоятельно, а телепортнемся куда-нибудь поближе, естественно. Блин, что, реально ни одного козла нет? Я в натуре не вижу козлов. Что это? Хуйня. Посмотрите, ни одного козла, блядь, нет. Где козлы-то? Вот они должны быть здесь. Я прям на козле стою. На горах должны быть козлы. Ни одного козла нет. А мне козлы нужны. Что делать в такой ситуации? Снизу их точно нет. На горах, а козлов нет. Ну, давайте я проедусь, потому что реально козлы нужны. Хочется как бы это самое себе уже как-то там что-то это самое. А то у меня с кошельком проблемы, совсем проблемы. Но они должны быть на горах. Горные козлы. А их нету на горе. Ну-ка еще раз, нет, все-таки пешком будет проще, потому что так нихуя непонятно, не видно. Ну-ка вот, вот здесь вот может быть, нет? Вообще нету. Доктора я там нихуя не увидел. Ни одного козла не наблюдается. Странная тема. Это не козлы? Нет, это камни. Блять, ни одного козла, реально. Ну они, я не знаю, стаями ходят козлы? Тихо-тихо, не упади только. Ребят, я реально не знаю, где козел. Просто ни одного не видно. Ну, короче, я буду реально охотиться на животных по мере их поступления, так сказать, на остров, потому что, как бы, я реально не вижу. То есть я туда посмотрел вот сейчас с бинокля, с телефона, с фотоаппарата. И как бы... Ни одного козла не видать. Ладно, телепортируемся куда-нибудь поближе. Поближе у нас получается есть... Так, если нам ехать туда аж... Ну, либо в Монаке, а Монаке, Макаке... Либо вот здесь вот. Здесь еще охота за головами какой-то. Вот так по дорожке здесь проедем. Я думаю, да, давайте сюда телепортируемся, да, переместиться. И сейчас наверх карты уже поедем, будем изучать, смотреть, что у нас там имеется интересное. Так, соответственно, я ничего продавать, покупать не хочу. Я, в общем-то, это все... А, подожди, почему не хочу? Хочу. У меня хотя бы 5 предметов есть, но у меня пиздец мало места вообще для всего. Так, я точно, кстати, стоп. Давайте еще раз на всякий случай посмотрим создание предметов. Значит, чехлы для оружия, соответственно, здесь. Шкура козла. Один ебучий козел нужен, просто. Бумажник, прочный. Козаур. Ну, короче, надо хуярить просто. Рюкзак. Ну, блядь, топир. Ну, короче, надо... Да, надо. Надо, просто надо. Свинья. Ой, сколько всего надо делать. Ладно. Да не использовать, а выход где отсюда? Да я понял, что к медузе. Где выход? А, вот выход. Все, берем тачку и, короче говоря... Кстати... А здесь свиней не завезли? Здесь только петухи были, я помню. Петух один, блядь. Я его захуярил, потом понял, что бесполезно. Не, здесь на домашней ферме что-то как-то пустоватенько. Так, и мне получается, куда ехать сейчас? Налево туда. То есть берем вот этот сейчас джипарик и на нем, короче, едем. Правильно? Правильно. Все, погнали. По пути смотрю, так сказать, во все стороны и ищу животных. Так, все. Главное, внимательно. Так, 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 подожди, как прям по дороге поедем? Ну, по дороге, конечно, а как по-другому? Ну, мало ли, блядь, ты хочешь срезать. Нет, срезать я не хочу. Так, блядь, жизнь кипит, земля трясется, это Булкин. Так, тут мирный, да? Пацаны, козлов не видали, блядь? Тачка сломалась. Что за хуйня? Помочь надо? Помогите. Братан, надо поговорить. Ну, чё, давай. Этот хлам не хочет ехать. Сможешь починить? Я, блядь, чё, блядь... Механик, что ли? А что ты дашь мне за это? Ремонт нужен, ремонт инструмент.
Не, пацаны, вы такие простые, блядь, конечно. А я что тут? Ремонтный инструмент. Я что, ебу в душе, где его найти надо? Подождем. Подождите, ладно, будет, может, инструмент, может, помогу. Хули толку-то от меня, если я ничего... Какие-то гонки тут реально есть, смотрите. Что такое? Реально погоняться можно здесь, что ли? Чувак, что за хуйня? Что с тобой делать? И что тут? Попытаешь удачу? Какую нахуй удачу? Что такое? Забавно. Тренировка, бывалый эксперт. Выберите ставку. Хуйня, вопрос, бля. Сейчас 125 изи заработаю, смотрите. Надо сесть еще в него. Проверю. Так. Так, минута 25, да? Или сколько там было? Бля, что-то я, по-моему, зря это сейчас самое. Бля, сейчас бы гонять, когда тут всякие психи могут меня убить, блядь. Бля, пацаны, как-то... Блядь, козел ебучий, как раз когда нужно. Блядь. Или этот темпур этот, или как его там? Фазан, блядь. Крот. Я, короче, в душе не ебу. Ну, блядь, что-то нужное, скорее всего. Ладно, ладно, сейчас 120... А если, типа, я могу либо поднять бабки, либо въебать, да, бабки, я так понимаю? Пацаны, инструменты еще... Чё, нихуя там, блядь, шкура оленя какого-то, а не сдирал он. Нифига себе. Так. Тихо-тихо, там что-то враги, по-моему, кстати. Воу-воу-воу-воу-воу. Блин, я не знаю, если я сейчас не смогу успеть, то я хуй знает, как можно быстрее это проехать. Ёбаный рот! Вставай, блядь, толкни! Ёбаный, куда ты толкаешь, блядь? Сука! Бамбук ебучий! Блядь, пизда! Все? Фу. Нет, блядь. А я еще... Я проебал бабки свои? Я что, въебал реально бабки? А сколько у меня было? 1297, блядь. Смотри у меня, слышь? Тихо-тихо-тихо, не боись, блядь. Это простое ограбление. Нет, там жизнь какая-то происходит. Пиздец, там что-то вообще мясом... за мясом, блядь. Ладно, похуй, короче, я квадрик спизжу. Хотя бы, блядь, какой-то плюс. А то у меня машину тоже спиздили. Так, едем. Дальше. Так, надо смотреть животных. Сейчас вообще удачно мне попалось. Бля, мне что, в самое пекло ехать, что ли? Оттуда так-то выстрелы. Ой, блядь. Что-то мне не по себе. Так, смотрим, смотрим. Никаких фазанов не гуляет. Здесь где-то... Не, не здесь я сбивал. Это кто? Это свои. Пацаны, а что происходит тут? Что происходит, блядь? Что за жесть, блядь, тут происходит? Свиньи, блядь. Тут уже шерсти не осталось. Сейчас бы шерстяные свиньи были. А, кстати, да, они... Аля-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 ля
короче, это все мирные пацаны. Так, 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 куда мы там идем, получается, сейчас? Ага, уперлись. Надо это озеро обходить, походу, да? Угу, тачка стоит. Так. Так, 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 здесь что-то можно спиздануть. Тихо, ограбить контейнер. Давай, давай, беспалено, треснувшие очки. Огонь. Так, а что тут? Ага, вот и вижу. Солдатские жетоны, патроны для ПП. Нихуя себе клад. Да я иду к медузе, что за хуйня? Так, у меня пистолет, я надеюсь, это, конечно, очень хуевое оружие, но зато стелс, так сказать. Так, мог купить для калаша просто этот самый, но мне, так сказать, по фану. Я типа хитмана. Джейсон же чё, он этот еще зеленый, блядь. Не, нихуя это не маяк был изображен, что это такое? Что это за хуйня изображена здесь? Я таких знаков не видел. И чё? И ничего не происходит. Так, а я здесь поднимусь вообще? Вопрос, он скатывается, блядь. Так. Давай, не уставай, главное. Главное, это, артефакт на выносливость поставил. Так, подождите, я что-то здесь, походу, не поднимусь. А, не, поднимаюсь. Так. Здесь кто-нибудь... Ёбаный рот! Ебать! Ну охуеть теперь! Я вот сейчас, блядь, ожидал все увидеть, кроме... Это что, дельтаплан? Вот нахуя он здесь нужен. А я увидел на карте, думаю, нахуя он здесь нужен, а он вот для чего. Бля, здесь пиздануться можно так конкретно. Ну красотища, смотрите какая, а.
Бля, это уже джаз-кос какой-то, блядь. Так, тут ничего нету, да? Ладно, полетели. Как, а как он там это самое? А я умею? А я смогу? Бля. Ёбаный рот. Ёбаный рот. Управление. Так, подожди, подожди. Как смотреть, лететь, где же Е, чтобы прыгнуть с парашютом? Пусть осторожно. Здесь наверняка полно пиратов. Стоит оглядеться. Я, пожалуй, вот куда-нибудь сюда. Блять. Так себе, да, заюзал парашют? А мне... Я чувствую или мне пизда? Сейчас здесь будет. Потому что вот эта вот фразочка насчет пиратов, а у меня как бы пистолет с... Фу, блять. Я понял, блять. Брось, конечно, в отли... Да, я уже, да, вспомнил тоже, что можно же так как бы. Так, Джейсон, разберись с пиратами. Ну, можно было и по-другому, конечно, решить вопрос. А их здесь очень много, да, я так понимаю? Я хочу, блядь, Хитмана поиграть. Ну, в смысле, я имею в виду... Так, опознать и отслеживать его перемещение. Сейчас мы пофиксим, посмотрим. Не хочу калаш! Нахуй мне калаш! Патроны для ПП. Нахуя они мне нужны? Так, ладно, давайте пофоткаем. Раз. Ебать. Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать на новый Булкин Дейс. Сегодня я нахожусь в каком-то ебучем месте, где полно-полно всяких пиратов. И, в общем-то, мы сейчас будем смотреть их, помечать. Вот, как бы, сейчас это самое... Того самое, блядь, что-то мне кажется, мне пизда сейчас будет здесь. Ну, кстати, их не так много. Это кто, блядь? Это тот, кто мне нужен? Ага. Холодное пиво, блядь. Блядь, что-то мне на самом деле стрёмно. А вот этот хер с горы, это кто? Почему он под звездочкой у меня? Блядь. Так, подождите, я же... А, не во время задания я могу сохранить, да? Ага, все, понял. А так могу сохраняться. Ну, я могу чисто в теории их двоих ебануть, конечно, но подождите, сейчас я... Так. Здесь на корабле кто-нибудь есть? Ебать. Их тут, по-моему, пиздец как много, на самом деле. Охуеть можно, блядь. Так, подождите, ну-ка. Ага. Так, ну давайте сейчас попробуем. Блин, а то, что какой-то хер на дельтаплане. Блядь. Красная покерная фишка, блядь. Где-то, короче, на этом корабле кто-то, по-моему, здесь есть. Или подо мной. Сраные жуки. Угу. В натуре, блядь. А удар анаконды могу сверху сделать? Так, ладно. Скрывайте всех, убивайте радиопатрули, чтобы добыть их данные. Радиопатрули — это вот этот хуй, я так понимаю, да? То есть я сейчас должен, короче, их двоих вырубить. Потом пробраться туда. Нормально, нормально, сейчас все будет. Так, сейчас попробуем, короче. Одного можно вырубить, блять. А другому пизды просто так дать. Жопа мира. Жопа мира, блять. Вот и жопа мира, блять. Так, тут сваркой занимается. Мается, блядь. Что-то распогодилось немножко. Я, в принципе, могу его ёбнуть, а того подойти так вырубить. Давай сейчас попробуем аккуратненько. Ой. Что, можно здесь спрыгнуть? Или так уж, one kill, one... Но я же не буду его вырубать, блядь, на глазах у этого. Скоро надо вмазаться. Он же не будет сюда оборачиваться, я надеюсь.
Сейчас, все будет. Так, теперь к нему подкрадываемся, то же самое. Так, его нужно обыскать. Ключ от трубки, отлично. Так, а у этого тоже давайте посмотрим. Ну, их, кстати, не так много здесь, как могло бы быть. Я пока вроде это самое. Тут стелс-то не включает в себя что-то сложное. Так. Теперь надо смотреть внимательно. Тихо-тихо, что ты нырнул-то, блядь? Да что ты, блядь, падаешь? Бочка у меня... Ой, блядь. Опасная хуйня. Так, отлично. Кто-то мне нужен. А если там кто-то еще? Просто видите... Эти могут труп увидеть. Сейчас посмотрю, кто здесь еще есть. Ага, хуй я здесь проберусь. Вроде никто не видит. Он там тоже что-то сварка где-то занимается. А, во, вижу. Надо его тоже ебнуть, чтобы он труп не увидел и панику не поднял. Это гром! Это гром. Так, отлично. Не-не, менять я ничего не хочу, блядь. У меня все отлично. Пистолет, блядь, 3 бакса, охуенно, да? Пистолет просто отличный. Так. Бля, ну не так много, как могло быть, действительно. Отлично. Так. Еще должен быть, да, наверное? Так, погнали туда сейчас аккуратненько. Сейчас. Тут по-любасу еще какая-нибудь хуйня есть. Или мне вообще надо на эту хуйню забраться, я правильно понимаю же? Тихо, ты так не шуми, блядь. Ага. Хорошо. Так, внимание. Аккуратно. Че, неужели никого больше нет? Слышу кого-то. Бля, самое обидное будет просто на кого-то наткнуться случайно. Так, давай здесь пройдем. Сейчас. Не, походу там проход, да? Ага, блядь. Но он не один, я думаю. Блядь. Тихо. Жарко. Ты давай занимайся своими делами. Не надо никуда идти, блядь. Ну ладно, иди. Что-то стрёмно, блядь. Я держу его на прицеле. Похуй на этот контейнер, блядь. Ну что, пизда, моторчик. Тихо. Что там за шкала сейчас была? Так. Все? Проникните в рубку, отлично, собрал. В рубку, блядь, проникнуть, значит, да? И какова вероятность, что там, блядь, сейчас мне... Блядь, сейчас главное реально... Ну, полюбасу там кто-то еще будет. Здесь никого. Сейчас пока на картах, на всякий случай. Перестраховываюсь. Так, норм. Вроде все норм. Даже если что, нету калаша, блядь, начать огонь. Угу. Че, реально никого нет? Так. Фух. Ну что, заходим в гости? Ну, погнали. Никого? Бля, вообще заебись. Броня, че? Бронежилет уменьшает получаемый урон. Найдите синюю отметку на миникарте, покупайте бронежилет в магазинах. Он нашел бронежилет, я даже не понял, блядь. Так. Снимает видео для выкупа в ПБ. Так он выкуп берет. Мне сказали подыскать покупателей. Ищи. Когда придут деньги от родителей, детишек сдадим на черный рынок и отправим покупателям. Двойная прибыль? Одобряю. Эй, заткни хлебало. На медузе кто-то поднял тревогу. Кретины. Мы ближе всех. Я отсюда вижу. Черт, они идут ко мне. Я готов. Сейчас или никогда.
Готов, да? Готов он, значит, да? Блять. Ну это даже не смешно, нахуй. Что, блядь? Ага. Ага. Сука. Да не обобрать, блядь, поменять нахуй! Чё, бля? Чё, бля? It's Far Cry, нахуй! Пизды раздал! Найс, блядь! Дениска, блядь, ты пизда! Пираты сообщили с... Джейсон, вас хочет нас убить. Некогда говорить. Встретимся у Аманаки. Ты нам нужен. Заебись. Отлично, отлично, блядь. Ну, так-то основную часть сделал нормально, по стелсу, блядь. Бля, ну прям пиздец. Так, ладно, можно, конечно, туда обыскать тайнички, но, блядь, в них такая мелочь, на самом деле, содержится. Тем более, мне сейчас некуда будет бабки. О, очко открылось. То, что я хотел использовать. Ну-ка, что там? Вот это самолечение, да? Что это за хуйня? На Q, чтобы себе первую помощь. Нормально, хуйня. Усиление чувств. Новый рецепт. Бля, нормально. Так, а что получается? Все, я могу телепортироваться? Бля, нихуя животных не нашел, пиздец. Короче, к Монаке, да? Заебись. Фух. Да. Ну такое, бля. Ну, бля, не знаю, интересно реально. Так, ну что, давайте к нему. Сейчас я всю хуйню продам ненужную. Да, давай про радиовышки. Мне опять сейчас будет рассказ. Быстрая продажа. Да. Так, ладно, с этим все понятно. Да, 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 я в курсе, блядь. А еще кабанов бы найти где-то. Привет, Дениска. Вас собирается напасть на нашу деревню. Так. Пока мы говорим, он собирает Хуёво. Стволы. Мои друзья тоже в беде. Что сказали по радио? Их увели в какую-то ПП. Вас хочет взять выкуп, а потом их продать. Это хорошо. Время есть. Джейсон, прошу, будь за нас. Ракьет убьют. Если сможешь испортить оружие, это ослабит Васа. Легче убить. Сделаю. Да. Я знал, что на тебя можно рассчитывать. Пираты хранят оружие в джунглях в лагере лесорубов. Мне как раз я в джунглях хотел бы. Включи сигнализацию, да? Если она сработает, пираты будут охранять оба тайника. Выгради взрывчатку, а потом уничтожь оружие. Понял? Ладно. Заебись. Чем дальше в лес, тем жопа толще, как говорится, да? Лесной поселок. Где этот лесной поселок находится? Лесной поселок. Воу. Да это же повод открыть новую вышку. Но я предлагаю этого не делать. Подождите, это уже как миссия идет, да? Нет. Отлично. Тогда я предлагаю вместо того, чтобы пройти миссию, все-таки найти ебучих козлов, блять, уже. И сделать все нужное мне. Ну, то, что мне сейчас необходимо. Вот это вот, еще этого фазана, блядь, или как его там зовут. Короче, друзья, начинается охота, реально. Я думаю, что это будет... Потому что надо уже, чтобы две пушки у меня было. И вот все такое. Потому что, ну, блин, типа, это реально как-то уже не серьезно. Поэтому, пацаны, предлагаю сейчас реально посвятить этому время. Уделить. Иначе, блядь, не смешно. Вот смотрите, опять здесь козлы. Вот на этой хуйне где-то. Но козлов я опять не вижу, блядь. Я ни разу не видел в Far Cry еще козлов. Где они, сука, обитают? Их просто нет, блядь, этих козлов. Ебучие, блядь, козлы. Где они? Блядь, пиздец. Так, подождите, еще кто мне там нужен? Этот фазан, блядь. Так, тут свиньи, крокодилы, блядь. Так, как этого зовут?
Вот этот мне нужен, блядь, как его там, непонятно. Даже чехлы для оружия. Это козел. Один козел, сука, где он? Рюкзак, вот. Топир, блядь, фазан этот, блядь. Где топира найти? Ой, пиздец, блядь. Ни одного козла, ни одного, блядь, козла. Но они же на горах где-то должны быть. Кто там пиздит? Козлы сейчас говорили? Чё, блядь? Ты чё тут делаешь, блядь? Дядя ёбаный. Что, блядь, а чё они тут делают? Они чё, хуели, что ли, совсем? Сраная жара, блядь. Не охуел ли ты, дядя, блядь? Чё забыл здесь? Ха! Так, чё откроем? А, гранаты, рассчитывайте время взрыва. Так, стрельба на скидку. Бля, не знаю, можно, конечно, уже цаплю прокачать хотя бы на одну. Значит, у меня теперь есть... Удерживая колесико мышки, можно рассчитывать этот. Хуя, татушка за татушкой, блядь. И ни одного козла, сука. Ни одного ебучего... Козёл? Где, сука, козёл? Ме! Стой, сука, ме! Где он? Стой, сука. Козёл, блядь. Сколько я его искал. Пиздец просто. Просто пиздец. Там тачка какая-то проехала. Так, шкура козла. Отлично. Наконец-то, блядь. Какой колчан, нахуй? Какой, нахуй, колчан? Подожди. Ой, этот самый. Подожди, что там у меня? Подожди, что там для козла надо? Подожди, блядь. Где эта хуйня ебучая? Вот, простой чехол. Наконец-то, блядь! Наконец-то! Шкура оленя, пиздец! Козлы! Бэээ! Сука, стоять нахуй! Бэээ! Блядь, стой! Козёл, блядь! Споткнулся, упал, отжался. Так. Еще где козлы? Не буду же я тратить на них патроны, хотя почему бы и нет? Ну, блядь, мне кажется, так-то лучше их... Мее! Стой, блядь! Стой, блядь! Стой, блядь! Так, еще нахуй понадобится козел мне. Мало ли на что еще. Изготовить предмет. Гранатная что, блядь? Простая гранатная сумка? Ну я еще на всякий случай сейчас, подождите, пособираю. Мало ли, блядь. Где козел? Че тут было? Какая нахуй марант-то, блядь? Нахуй мне этот марант нужен? Убежали козлы. Так, а этот опоссум где? Ебучий опоссум. Где опоссум? Для мин, подсумки для мин. Да это хуйня полная. Перевозка горючего, блядь. Топир, блядь, топир. Что это за утконос там нарисован? Я что, ебу, как его на карте? Вот этот топир? Это свинья ебучая. Как, что это сейчас, Санек? Ой, топир от... Топир, блядь. Копир какой, блядь. Я не знаю, топир или нет? Ух ты, блядь. А что они делают так близко, я не понимаю. Они что, хуели? А, они не хуели, это еще не деревья. О, не деревня, а монахи, какаки. На тачку спиздануть. Аккуратненько, блядь. Я не хочу сейчас тут разжигать перестрелочку. Сейчас я отправлюсь в свой поселок. Что за хуйня? Ага. Так, подожди, подождите, подождите-ка, подождите-ка. Значит, назад. То есть мне туда надо ехать. Все, я поехал. Вум-вум-вум-вум! Опа! Да, это я! Что за хуйня? Ебать! Ой! Я кого-то ёбнул. Какая-то нездоровая хуйня произошла. Подождите, а где я? Топиры слева, если это топиры. Если это не обман, блядь. Так. Сейчас. Туз. Ага, блядь.
Вот здесь, да? Правильно я нахожусь? Да, вот где-то в этой местности ебучие копиры. Если это не свиньи. Написано был топир. Я готов даже пострелять. Реально, потому что... Тачка едет. На ними все равно не увидят. Тут их, смотрите, до хрена. Вон там стоят эти. Нахуй я врагов пометил? Ни одного животного не вижу. Вы видите топира? И я не вижу. А он есть. Я не знаю, блядь. Какая-то поеботина, блядь, с этими животными. Хм. Где-то здесь. Где-то здесь они водятся. Не обязательно прямо на маркере, я понял это уже. Но это то место, которое любят топиры. Тачки, бля, ебать они там реально... Мне надо спешить так-то выполнять миссию, иначе пиздец. Не понимаю, блядь, нихуя. Где топиры? Я не успокоюсь, пока не найду. Охотник я так себе, согласен. Музыка что-то заиграла. Ни одного топира. Опа, блядь! Собаки. Это топир? Кто это? Да какая нахуй свинья, блядь, а как топир-то выглядит этот ебаный тогда? А собака нужна? Простая... Чего? Кто? Ну ладно, блядь. Я не думаю, что что-то лучше будет. Я не понимаю, где топира взять. Реально, блядь. Какая растительность? Где топир? Я не знаю, нужна будет еще шкура собаки на что-нибудь? Я в ахуе с этих приключений, блядь, джунглей. Вообще не понимаю, блядь, где топиры? Патрон для снайперской винтовки, ну охуеть теперь. Это что за пушка, блядь, с ней стрелять можно? Ребят, я реально, вот я смотрю на карту и реально, блядь, не дупляю. Реально это похоже на свинью. Может быть, топир это разновидность... Вот это не топир, блядь, это носорог ебучий какой-то. Я не понимаю, ребят. Я реально не понимаю. Просто не понимаю, где топиры. Так, я могу сохраниться здесь, да? Да. Так, мы же находимся в правильном направлении. Короче, секрет, блядь, пока не опознан. Не, мы находимся в неправильном направлении вообще. В общем, в следующей серии, наверное, я на аванпоста Монаки... Телепортнусь, и оттуда мы поедем уже вниз. Возможно, здесь находятся те самые, эти самые фазаны, блядь, и... Фух, сложно, блядь, реально. Ну, ребят, как-то так, потихонечку, помаленечку. Вот так вот. Огромное спасибо всем за просмотр, друзья. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.